Мы продолжаем следить за историей падения из окна пятого этажа полуторагодовалого малыша в Березняках. Стало известно, что сотрудники следственного отдела города проводят доследственную проверку по факту случившегося. Напомню, трагедия случилась 1 июля в 9 вечера. Мальчик выпал из окна дома на Потемина 9. Родители в этот момент находились дома. Мама спала, папа ненадолго вышел из комнаты. Малыш, к счастью, остался жив, отделавшись сотрясением мозга. Медики считают, что это настоящее чудо. Сегодня ребенок находится в отделении детской хирургии краевой больницы имени Вагнера. И по сообщениям врачей чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.